Всем привет! Сегодня у меня переехали цыплята. Вот я расселил у Хайлюшек в два брудера. Мараны мои и Легбары уехали. И сейчас я хочу взвесить утят. Им месяц через два дня будет. А ну пошли быстро. Давайте. Быстро. Пенопластовые такие едоки. Сейчас я хочу взвесить утят и посмотреть, сколько они у меня весят в месяц. Весы на нуле. И сейчас я выборочно буду брать вот это мальчик. Четыреста грамм. Вот это парень. 430. Вот это парень, наверное. 300. Так, вот это парень точно. 400. Так, вот эта девчонка будет 300. Вот девчонка 240. Еще. Пацанов сразу видно. 300. Это девочки. 240. Пацаны сразу в два раза больше. 320. Ну, разные родители, разные они. Ну все, взвешивать оставшихся я не буду. Хотя вон беленький мне нравится. А ну-ка иди сюда, Делдочка. Наверное, самая большая жопастая попа. Ну да, 450 грамм. Все, сейчас я их пересажу. Крупный беленький какой. И переношу я в общий птичник. Ну что, утят я переселил. Нужно будет вымыть после утят. Да, конечно, держать до месяца утят — это для брудера смертный приговор. Нужно будет все очистить, вымыть тщательно, очень тщательно. У Хайлюхи вот сидят, доедают вот утиной кормушки. У них другая, у них уже простая миска. Разделил я их почти пополам, чтобы им было не так тесно. Вот. Ну а дальше буду их уже переселять куда-то. Разные по размеру тоже у Хайлюхи. Утят сейчас покажу, как цыплят переехали в общий птичник. Ну что, утята вот переехали. Они уже успели искупаться. Половина поилки. Да, утятки? Вот они, красавчики. Сидят. Кормушки полные, они еще не адаптировались. Мокрые, холодно. Но я лампочку вот эту сделал, чтобы она вообще на ночь не выключалась. Она будет гореть всю ночь у них. У утят, потому что, ну, сырые паразиты. Пусть сохнут. Иначе замерзнут сильно очень. Вот индюшечку пересадила, она в шоке. Молоденькую. Вот из этого отсека, вот из этого отсека пересадил вот эту. Скочила она. А, ну и вот добивают паразиты. Чего, вставай. Бьют его, бьют, бьют, бьют индюха. Он лег, а вот эта паразитка, вот его. Бессовестная. Терроризирует, терроризирует молодых. Терроризирует. Я понимаю, что у них идет эта иерархия здесь, все. Но уж чересчур жестоко они принимают. И это Кевин. Эвин, перестаньте. Боится ребенок вас. Ну и цыплята. Я ставил 4 индюшонка здесь. Вы видите, да? Черненьких индюшонка. Вон еще один с цыплятами один. 4 индюшоночка. Разновозрастные, но это видно самец один, а это 3 девочки будет.
Так, ну и здесь у меня марашки, мои цыпки и ликбары сидят. Ночуют первую ночь, у них свет будет выключаться. Вот тут у них кормушечка, вот там у стенки кормушка, там поилка. Все, сделал все небольшое дело. Перевез их всех. Лампа горит, надо еще одну сделать. Я не сделал ни в курятник, ни сюда в индюшатник дальше надо сделать. Я хочу повесить укур туда дальше. И вот здесь одну еще у индюков, чтобы горело, чтобы они у меня загорали. Чтобы они загорали. Все, ребят, такой у меня случился сегодня переезд. Вот они, вот они, вот они, вот они. Утьки. Ну и все. На этом дело у меня, как говорится, подходит к концу. Остались у Хейлю и меня в брудере. Но они пусть там потусят. Через недельки полторы, где-то через недельку, мне должны начать собирать ликбаров яйцо. Здесь у меня крупные есть ликбары, кстати. Вот у поилочки стоит не крупный ликбарчик, да? Вот там в углу крупненький прям ликбар. Под мараном, вот-вот, вот тут. Хороший ликбар. И у кормушечки неплохой. Три пацана, вот они и растут. Как вывелись три штуки, так они и растут, как говорится. Всем спокойной ночи. Всем до свидания. Пока-пока.